Антимонопольный комитет взялся за лотерейный рынок. Проверят, есть ли там конкуренция. Причиной стало постановление Минфина о новых правилах получения лицензии на выпуск и проведение лотерей. В комитете министерские новшества пока не согласовали, ведь они позволяют выйти на лотерейный рынок только госбанкам, либо компаниям с 10-летним опытом. А таких в Украине всего лишь три. Это ОНЛ, МСЛ и Патриот. Причем последние две уже не работают, поскольку их внесли в санкционный список, связав с российским бизнесом. Новими суб'єктами могли бути ті суб'єкти, які 10 років працюють на ринку. Єдине на суб'єкти, на яких не поширюється зазначений критерій, є державні банки. На сьогодні комітету немає інформації, чому державні банки мають цю перевагу.